Привет, друзья муховязы. Хочу показать вот такой вот лайфхак. Подглядел я это у заточников ножей. Используется для тонкой доводки лезвия. Такую штучку я сделал. Вполне годится для правки ножниц. Твердый сплав припаял к шурупу, ручку и дерево. И подтачиваю ножницы. Так вот берешь. Все, проверяем. Такая вот бомбаха. Периодически тоже подтачивать требуется.